Глава региона Александр Цыбульский оценил ход реконструкции дорог в Наринмаре и поселке Красное, работы на которых начались в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». На улице Дружбы работы по реконструкции ведутся на всем протяжении автодороги. На сегодняшний день на объекте выполнены восстановительные работы, уложена дорожная одежда, асфальтобетонное покрытие. До 30 сентября подрядчику, предприятию «Наринмар-Доремстрой», необходимо обустроить тротуары и уличное освещение. При реконструкции также были учтены пожелания жителей микрорайона. Все согласовано. Ну, у каждого индивидуальный проект, грубо говоря. Согласовываем с каждым жильцом. В этом году все успеем? Все успеем. Никаких сомнений. Идет по графику? Нет, вообще. У нас в связи с изменением по проекту, ну, отклонения какие-то есть, у нас продление там на 15 дней. Ну, мы, я думаю, что даже раньше закончим. На следующем объекте участки автодороги Наринмар-Красная реконструкция выполняется с опережением графика. На сегодняшний день здесь выполнены разбивочные работы, а также работы по переустройству и защите газопровода, переносу линии электропередач, возведению земляного полотна, завозу материалов и укладке асфальтобетонного покрытия тротуаров. Да, опоры стоят 50%, сегодня будут стоять 100% вечером. Сегодня поставите весь? Да, конечно. В пятницу уже вся сеть будет раскинута. И светильники будут поставлены в среду. Вот. Первые 300 тонн асфальта уже уложены. При реконструкции дороги были учтены пожелания жителей поселка. Организованы выходы и выезды из дворов, что изначально не было предусмотрено проектом. В то же время опасения у местного населения вызывают ограждения вдоль тротуаров, которые, по их словам, создадут дополнительные неудобства зимой во время уборки снега. Как отметил гендиректор СМК «Строй» Владимир Дадов, ширина проезжей части составит 6 метров, поэтому трудности возникнуть не должны. Здесь был выбор такой: или мы сносим все огороды людей, вот, или же мы немножко заузим определенную именно зеленую часть. Мы занизили зеленую часть с 2 метров до 70 сантиметров. Вот, ограждение у нас вписалось, и при этом территории жителей не пострадали. Дорогу на центральной улице поселка компания СМК «Строй» планирует реконструировать на год ранее установленного контрактом срока – 20 декабря 2020 года. Финансирование реконструкции осуществляется за счет окружного бюджета и составляет чуть больше 250 миллионов рублей. Александра Литкова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».